Всем привет. Был такой дезодорант, а сейчас закончился. Еще просто так не выкидывать, я подумал, что можно его как-то использовать. Но это можно использовать как-то там для размешивания красок всяких или еще по назначению, как стопку. Так. Я хотел вытащить вот этот шарик, посмотреть, как он, что он. Ну, в принципе. Можно использовать как мячик. Так-то он прыгает. Как теннисный мячик. Это все отрезать. Можно использовать для хранения чего-нибудь, например, сверил. Доставать удобно. Ну, эти наклейки можно содрать. Сделать свою. Приклеить клеем. Все, сверла. И как-то так. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки. Всем пока.